Йоу! Всем привет! Меня зовут Сэм, и сегодня мы поговорим о кое-чем важном. Но для начала мне надо сделать одно небольшое дельце. О, вы меня видите в последний раз таким. Весна. Здрасте. Здрасте. На садовнице, да? Прикиньте, мой сегодняшний татуировщик находится на острове. И вам хорошего, спасибо. Сэм, здорово. Здорово, Вань. Что, погнали? Не больно, музыку не слышно. Короче, во-первых, мне не больно, а щекотно, а во-вторых, у меня текут слюни. Вау! Да, офигенно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Шучу, погнали на студию. Я всю жизнь искал татуировщика со своим вайбом. И типа... Были девчонки, которые били круто, но нам не о чем было говорить. Были ребята, к которым я не мог записаться. Были вообще не татуировщики. Я бил все татухи сам. И вот спустя 30 татуировок я нашел своего тату-мастера. Поздравьте меня. Я иду счастливый. У меня татуха на лице. А еще. Positive energy, motherfuckers. Это то, что я сейчас чувствую. Hey! Я сделал татуировку на лице. Небольшая распаковка. Oh, кажется, я знаю, что это такое. Это самая полезная вещь в мире. Сумка для банана. Две штуки. Бля. Так, если честно, мне теперь не интересно, что в других пакетах. Ну. Второй. Это лучшее, что я когда-либо видел. Пацаны, зацени, иди сюда, возьми. Это для любого банана? Это под определенные бананы. Наши бананы слишком большие для этих упаковок. Я думаю, здесь можно хранить монеты. Чувак, но я буду теперь покупать специальные бананы. Для я буду... азиатских бананов. Ты будешь приходить в магаз и подбирать бананы под чехол? Да. Сколько ставишь бананов из 10 бананов? Ну... 8 из 10. 2 банана из 2. Вот. Я ставлю 20 из 10, если вы до сих пор не поняли. Ты из этой херни я сделаю свой мир. Бля, теперь я могу везде ходить с бананом. Не, я без шуток. В следующем видео или через видео. Ну или, короче, вы следите же за мной. Я превращу это в свой мерч. А еще через какое-то время сделаю это трендом. Вот увидите. Все будут ходить с сумками для бананов. Что дальше? Да. Да. Чувак. Это оно. Это золотая жила. Пацаны, я знаю, на чем я сделаю свой первый миллион. Слышь, а как тебе это? По-моему, это очень вкусно выглядит. Это выглядит очень охуенно. Это вообще огонь. Я вам говорил, что я гений. Вот это оно. Запомните мои слова. Это будет продаваться везде. Это будет у каждого. Сумка для банана. Мир не готов к этому дерьму. Что замочки? Замочки, цепочки. Короче, это все, чтобы делать аксессуары. Цепочки, замочки. Еще звенья. И еще цепи. Еще цепи. И что это? Неважно. Вот что мне пришло сегодня. И из этого я собрал шедевр. Реально, мне кажется, это лучшее, что я когда-либо придумал. Если хотите еще распаковок, напишите «хочу распаковок». О, а так, сейчас на экране. А также в описании к этому видео я оставляю адрес, на который вы можете присылать подарки, шмотки, еду, открытки, бухло, девственниц, любую хуйню, которую вы хотите, чтобы я распаковал. Девственниц я давно не распаковывал. Сэм, соберись. Короче, вот вам адрес, жду ваши посылки. Если вы хотите больше распаковок, присылайте мне больше посылок. А теперь поговорим. Помните, я в самом начале говорил? Сегодня мы поговорим о кое-чем важном. Я вас обманул. Ну... Типа, я вас обманул? А может и нет, кто знает. Я сделал татуировку на лице. Нереально крутой кастом.
Не я, его сделал Никита. Но я сделал несколько других, и половина из них уже продана, в том числе и этот. Еще ночью у меня купил две кожуры Даня Милохин. Там лежит куча заказов, которые надо отправить. Шьются футболки, лежат уже готовые футболки. На этой неделе мы их будем отправлять. Завтра утром у меня фотосессия. Тут в плане расписаны просто дичайшие видосы, которые выйдут на канале скоро. И, черт возьми, я давно не был так занят и так счастлив от этого. А, камон, кто мне пишет? Большое спасибо, Ване. Ты офигенный чувак, мы встретились с тобой очень вовремя, и мы встретились не зря. И, блин, спасибо всем вам, что смотрите на меня. Снова начали подписываться. Походу, вы видите, что я расцветаю. Да. Короче, никакой глубокой мысли у меня сейчас в голове нет. Мне еще это монтировать, еще два видоса на очередь. Всем спасибо, кто посмотрел этот микровлог. Я просто хочу, чтобы в интернете было видео под названием «Я сделал татуировку на лице». И это видео было моим. О моем лице, о моей татуировке. Кстати, а как вы думаете, что означает 27? Я звоню маме сказать, что у меня татуировка на лице. Маму, что думаешь? Да я охуела. Ну я надеюсь, это хуй на лбу, который кверху стоит, да? Прямо на переносе. А зачем? Красиво хочу. Ой, блядь, красиво, как лошадь сива, да?